Если появляется какое-то желание, всегда нужно обнаруживать, твое ли это желание, или это приобретенное, или ты в книжке где-то прочитал, или ты где-то в интернете увидел. Можешь попробовать пару дней вообще не лазить в интернете, в телефоне, чтобы ты не видела эту информацию, и найти собственное желание, хочешь ли ты куда-то ехать. И для чего? И что ты хочешь там найти? Хотела я найти там ничто, пустоту в себе. Так вот оно. Разве нужно куда-то ехать, что этим являешься. Ты приехал? Люди ездят неизвестно куда и зачем. Есть еще какой-то вопрос у тебя? Нет. Спасибо. Пожалуйста, будь в этой тишине, ты этим являешься. Не ищи книги. А если ищешь, ищи, в которых нет надписей.